Всем привет, друзья! Приступим. Бесподобно. Я мазика забыл купить. Так было бы еще лучше. Водичка осталась. Сегодня стрим буду запускать в Ютубе. Так что приходите. Не знаю, получится ли. Если что, в 17:00 по московскому времени. Все как обычно. Мини-тема. Специально купил маленькую пачку, 400 грамм. И всю ее сварил. Слушай, еще просто ни туда, ни сюда остался. Надо доедать его. Голодный, как собака. Вчера только поел этот салат овощной. Вчера разгрузочный день был. Вот такой салат поел, и все.
Сразу два насадил. Кола. Микс доброй колы и кока-колы из Грузии. По полбанки оставалось у меня с обзора. Я все в один стакан налил. Вместо хлеба вот такая вот лепешка. Что, базилик, ветчина, сыр. Сегодня траву все утро косили, ждал, пока закончат, чтобы мог банк записать без шума. Вначале думал плов купить узбекский, потом думал, передумал, пельмени. Холода приближаются потихонечку. Видим. Нос сразу краснеет. Чувствую. Скоро опять красный нос, синие руки. Как каждую зиму.
с колой запивать не то. Хотя я просто привык чем-то горячим. Просто. И вкусная лепёха. Я когда ее купил, не мог засунуть в пакет. Там в магните специальные пакеты для выпечки. Примерно вот такие вот, ну, шириной. Ну, а лепешка гораздо шире. И мне пришлось очень постараться, чтобы ее засунуть в этот пакет. Видео длинное будет. Помазуха осталась. Кола, естественно, уже выдохлась. Еще тут 2 дня стояла в холодильнике открытая. Все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда.